Сегодня в Тюмени открыли обновленный школьный сквер. Его благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер расположен в районе улиц Парфенова, Рижской, Текстильной и Энергетиков. На территории обустроили детские игровые пространства, скейт-парк, площадку для выгула домашних животных. Главным объектом стала бронзовая скульптурная композиция, посвященная первой встрече учителя с учениками. 1 сентября. И на День учителя, наверное, каждый год здесь будут мероприятия. И, значит, самое главное, это для детишек, слушайте внимательно, подошли для хорошей успеваемости, потерли классный журнал. Пятерки обеспечены. Также на аллее Василия Шайманова почетные гости, учителя и гимназисты высадили ели. Именно Василий Леонтьевич – инициатор создания школьного сквера. Мы здесь все время гуляем с внуками. Вот, и поэтому мы очень рады, что внуки будут в таком замечательном парке. Очень красиво, очень много аттракционов.